По благословению митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона приглашаем принять участие в акции «Соберем детей в школу». В Покровском храме идет сбор школьных принадлежностей к началу нового учебного года для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Также можно пожертвовать средства на приобретение канцтоваров, канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, наборы для рисования и детского творчества принимаются только в новом виде. Портфели, школьная форма, учебники, художественная литература новые или в хорошем состоянии. По всем вопросам обращаться в лавку храма. Собранные принадлежности будут переданы в ресурсный центр «Семья» Кировского района города Уфы.